Выходные у героев России выдались активными. В субботу их ждали кадеты. Сотрудники 4-й школы провели для гостей небольшую экскурсию в музейном зале учреждения. В ответ герои России провели для учащихся так называемый «урок мужества». Спас наш самолет Афганистана. Это легенда человека. На следующий день героев ждали уже в культурном центре «Юность». Там в торжественной обстановке объединили сразу несколько событий – награждение участников турнира патриотов и посвящение в юнармейцы. От всего сердца хочется поблагодарить вас за организацию проведения такого действительно масштабного и очень важного мероприятия для патриотического воспитания нашей молодежи. Историю надо знать, ее надо помнить, ее надо правильно воспринимать и всегда ее надо защищать. А молодежи приумножать и передавать будущим поколениям. Турнир патриотов состоялся еще в начале прошлой недели. Соревнование собрало около 200 участников. В меткости состязались сразу несколько поколений – кадеты, юнармейцы, сотрудники спецслужб, а также ветераны. В минувшие выходные наградили лучших стрелков. В этом проекте мы сработали как одна команда. И получился у нас действительно результат. Участвовало более 30 команд. Среди награжденных были и представители юнармии. В нашем городе это движение еще только формируется. В планах у организаторов – возрождение целой эпохи. Именно в домах пионеров формировалась, вот, скажем так, любовь к будущей специальности. Это была такая предпрофессиональная подготовка, скажем, ориентационная, да, профориентационная. Вот дома юнармии, они и должны примерно эту же функцию на сегодняшний день, на мой взгляд, опять же подчеркиваю, выполнять. Несмотря на нагрузки, в рядах юнармии есть достаточно много девчонок. Для некоторых из них движение даже внесло жизненные коррективы. С детства я хотела быть медиком, а сейчас я задумываюсь, о возможности военного медика. Кульминацией награждения стала торжественная церемония посвящения в юнармию. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! Клянусь! Юнармейские значки новобранцам вручили герои Российской Федерации Владимир Шарпатов и Тибергаджи Магомедов. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».